Здравствуйте! В студии Лилия Ан. Эфир 41-го телеканала продолжит. Информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Мэрия Воронежа назначила временные управляющие компании более 1000 многоквартирных домов. По данным прокуратуры Воронежской области, сократилось количество преступлений в регионе. В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали новые данные о пострадавших после укусов клещей. В Воронежской области стартовал молодежный форум «Рубеж». К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все стороны воздержаться от эскалации на Ближнем Востоке во время церемонии подписания соглашения о партнерстве между США и Австралией с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг в понедельник в Вашингтоне. Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после того, как 31 июля в Бейруте и Тегеране были убиты лидер Хамаса Исмаил Хания и высокопоставленный командир Хизбаллы Фаут Шукр, соответственно. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Израиль понесет суровое наказание за смерть Хании. Глава Хизбаллы Хасан Насралла пообещал, что ответ на убийство Шукра будет неизбежным. В четверг, 1 августа, пресс-секретарь Цахала Даниэль Хагари опроверг информацию о том, что Израиль нанес авиаудар по Тегерану против Хани, в то время как Тель-Авив взял на себя ответственность за теракт, в результате которого погиб Шукр в Бейруте. Чили. Президент Чили Габриэль Борик встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой в Сантьяго в понедельник в рамках двухдневного визита, направленного на укрепление двухсторонних связей между странами, в то время как политические волнения в Венесуэле после прошедших на прошлой неделе выборов омрачили визит. На кадрах видно, как лидеры принимают участие в церемонии во дворце Монеде и приветствуют членов делегации. Несмотря на то, что целью визита является укрепление сотрудничества между странами, ситуация в Венесуэле, как ожидается, будет одной из главных тем после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в субботу, что 2000 противников правительства были арестованы в течение нескольких дней после голосования 28 июля. На совместной пресс-конференции Лула в понедельник повторил призывы к прозрачности выборов с помощью электронных устройств. На прошлой неделе во вторник бразильский лидер прокомментировал предложение сделать подсчет голосов публичным и выразил уверенность, что тупиковые ситуации будут разрешены. В воскресенье главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель выразил серьезную озабоченность ситуацией в Венесуэле и призвал положить конец произвольным задержаниям и репрессиям против оппозиции, заявив при этом, что на выборах победил кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес. Мадуро отверг эти утверждения, заявив, что Евросоюз – это позор, выступая в воскресенье перед военнослужащими Национальной гвардии в Каракасе. Он также призвал военачальников объявить полное развертывание войск, чтобы противостоять попытке переворота в Венесуэле. Бангладеш. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку на фоне массовых протестов в Дакке. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе оппозиционной националистической партии страны. На кадрах военная техника и сотрудники правоохранительных органов прибывают в места скопления протестующих, которые с флагами скандируют лозунги. В организации заявили, что после отставки Хасина покинула страну на военном вертолете и отправилась в безопасное место, не успев выступить перед гражданами с официальным заявлением. В воскресенье 4 августа столкновения между протестующими и сторонниками власти вспыхнули с новой силой. Националистическая партия Бангладеш сообщила об организации антидискриминационного студенческого движения «Марш» в Дакку, в котором приняли участие более 400 тысяч человек. В тот же день во время протестов погибли более 90 человек. По данным СМИ, со ссылкой на местную полицию, среди них 14 сотрудников правоохранительных органов, убитых при нападении на полицейский участок в городе Сираджганж.
МИД России призвал граждан Российской Федерации, находящихся на территории государства, к соблюдению комендантского часа, введенного правительством. Протесты начались в июле на фоне принятия Высшим судом Бангладеш квот на рыбачьи места в государственном секторе для родственников ветеранов войны за независимость от Пакистана в 1971 году, которые многим показались дискриминирующими. Из-за демонстрации в стране отключили интернет, связь работала с перебоями, в Даку и других городах ввели войска, также действовал комендантский час. 21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на госдолжности. В результате нового постановления за ними закрепляются лишь 5% мест, 93% определялись за жителями в зависимости от их профпригодности, а еще 2% зарезервированы для представителей этнических меньшинств или инвалидов. Однако акции протеста в стране не прекратились. В тот же день оппозиционная националистическая партия Бангладеш призвала к продолжению демонстраций и к национальному единству и отставке правительства в знак протеста против жестких массовых убийств в стране. Корейская Народно-Демократическая Республика. Глава КНДР Ким Чен Ын в понедельник принял участие в торжественной церемонии, посвященной передаче 250 пусковых установок новой тактической баллистической ракетной системы пограничным войскам. На кадрах запуск фейерверков. Северокорейский лидер выступает с речью перед собравшимися. Участники мероприятия осматривают стройные ряды техники с ракетными системами на них. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что в разработке нового тактического оружия принимал участие сам глава КНДР. Он его задумал и довел до совершенства. Пресс-секретарь Министерства объединения Республики Корея Ку Бенг Сам в понедельник прокомментировал ситуацию с размещением КНДР нового вооружения на границе с РК, назвав это прямой угрозой для республики и международного сообщества. В субботу 3 августа МИД КНДР обвинили США в ухудшении ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове из-за совместных с Южной Кореей учений на американской военной базе в Пхентхеке, во время которых была сымитирована ядерная атака со стороны Пхеньяна. По информации СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, в четверг 1 августа Сеул и Вашингтон провели первые совместные учения, направленные на интеграцию ядерного оружия США с неядерными военными возможностями республики. Целью учения была имитация ответа на гипотетическую ядерную атаку со стороны КНДР. В Китае тысячи детей собрались в воскресенье на футбольном поле в китайской провинции Хэбэй в попытке установить новый рекорд Гиннесса по самому большому количеству людей, исполняющих синхронный уличный танец. На кадрах, снятых с беспилотника в городе Сюньань, видно, как дети, одетые в белую форму и выстроившиеся в шеренгу, исполняют сложный танец, на разучивание которого ушли часы практики. По словам судьи рекордов Гиннесса Ху Сяовэня, в мероприятии приняли участие 4034 человека из танцевальных коллективов 16 провинций и городов, побив предыдущий рекорд на 253 человека. Согласно правилам, участники должны были танцевать в течение 5 минут без остановки. В программу танца должны были входить фристайл, брейкданс, поппинг и локинг, чтобы быть официально признанными. Япония. В японском городе Кахоку в префектуре Исикава зацвело огромное поле подсолнухов. На кадрах, снятых 4 августа, туристы фотографируются и гуляют по золотым плантациям. Одна из посетительниц Юта сказала, что они приехали, чтобы сфотографироваться на огромном поле подсолнухов с заходящим солнцем на заднем плане. Другой турист Арай добавил, что хорошая погода помогает увидеть подсолнухи в самом выгодном ракурсе. По информации СМИ, каждый год десятки волонтеров приезжают, чтобы посадить семена подсолнечника и создать цветочный лабиринт. В этом году количество растений составило более 350 тысяч, которые достигают полного расцвета в конце июля, начале августа.
Вьетнам. На окраине Хошимина появился спокойный оазис, наполненный впечатляющими цветами лотоса. Это место, где можно отдохнуть от суеты городской жизни, привлекает фотографов и любителей природы. На кадрах, снятых в воскресенье у лотосового пруда Тамда, видно огромное море розовых цветов. А посетители в традиционной вьетнамской одежде наслаждаются его природной красотой и позируют для фотографий. По словам Нгуен Натхан Санга, владельца и смотрителя пруда, цветы лотоса наиболее эффектны с июня по сентябрь каждого года. Иран. Секретари Совета безопасности России, Высшего совета национальной безопасности Ирана Сергей Шойгу и Али Ахмадиан обсудили в Тегеране в понедельник обострение ситуации на Ближнем Востоке. В пресс-службе аппарата Совбеза Российской Федерации сообщили, что в планах у Шойгу ряд двусторонних встреч с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и начальником Генерального штаба вооруженных сил Мохаммадом Багири. В среду, 31 июля, в пресс-службе Хамаса сообщили о гибели главы политбюро Исмаила Хании в результате ракетного удара по резиденции в Тегеране, куда политический лидер прибыл после участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. По данным СМИ, вместе с главой и политбюро погиб его телохранитель. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в понедельник в Тегеране. По данным иранского информационного агентства, Пезешкиан подчеркнул, что развитие отношений с Россией – приоритет для Ирана, поэтому необходимо ускорить реализацию совместных договоренностей. Новости ближнего зарубежья. Азербайджан является лидером по взаимодействию и работе с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой республики Ильхамом Алиевым во вторник в Баку. За последние годы идет существенный рост в экономике. И здесь не буду называть проценты, вы их знаете хорошо, они впечатляют. И если говорить о сотрудничестве в целом по региону, то, пожалуй, здесь Азербайджан является лидером по взаимодействию и работе с Россией. В свою очередь, Алиев отметил, что отношения между Российской Федерацией и Азербайджаном выступают важнейшим фактором безопасности на Южном Кавказе. Мы еще раз видим, насколько отличаются российско-азербайджанские отношения от отношений между некоторыми соседними странами. И это большая ценность, это важнейший фактор безопасности на Южном Кавказе и в более широком регионе. Шойгу прибыл в Баку во вторник с рабочим визитом. Новости России. Российская Федерация уверенно справляется с новыми вызовами, но, несмотря на успехи, расслабляться ни в коем случае нельзя. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Государственной Думы Вячеславом Володиным по итогам весенней сессии. Нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи. В целом решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Кроме того, Путин подчеркнул, что обеспечение безопасности России – одно из приоритетных направлений политики страны, которое включает стабильное функционирование вооруженных сил Российской Федерации и поддержку военнослужащих в СВО. В свою очередь, Матвиенко сообщила, что за весеннюю сессию Госдумы и Совет Федерации приняли 331 закон. Вот главным приоритетом для нас была, конечно, реализация послания президента Федеральному собранию, ваши майские указы по национальным целям развития до 30-го года, по ряду направлений до 36-го года. Совет Федерации утвердил свой план по реализации положения послания. Мы его не только выполнили, но и перевыполнили, по ходу дополняли. Володин поблагодарил главу государства за предложенную инициативу проиндексировать пенсию работающим пенсионерам и уточнил, что закон позволит сохранить большое количество людей в профессиях.
Арктическая группировка Северного флота отправилась в поход по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в пресс-службе объединения ВМФ России в понедельник. На кадрах большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», танкер «Сергей Осипов» и спасительное буксирное судно «Алтай», выполняющее боевые задачи в акватории. Также на видео церемония передачи экипажем иконы святого Федора Ушакова. Командир отряда боевых кораблей Станислав Варин отметил, что моряки выполняют около 20 различных упражнений. Предусматривается планом похода выполнение ракетно-артиллерийских боевых упражнений, высадка морских десантов на необорудованное побережье. Но основная задача отряда боевых кораблей прежде всего это оборона морских коммуникаций, морской экономической деятельности нашего арктического района. Поход проводится 13-й год подряд и направлен на обеспечение защиты интересов России в Арктике. Отряд кораблей Северного флота пробудет в Северном Ледовитом океане около 2 месяцев и за это время пройдет 7 морей. Феодосийский городской суд в понедельник заключил под стражу на 2 месяца 6 обвиняемых в покушении на убийство чемпиона Российской Федерации Европы по боксу Дмитрия Двали и его друга. На кадрах сотрудники правоохранительных органов заводят одного из задержанных в зал суда. В этот же день сотрудники ФСБ России задержали 9 человек, избивших Двали в массовой драке. В СКРФ заявили, что всем участникам предъявлены обвинения в покушении на убийство. 28 июля боксер во время прогулки с другом увидел, как несколько человек жестоко избивают лежащего на земле мужчину. Тогда спортсмен и его приятель обратились к нападавшим с просьбой держать дистанцию, но агрессоры проигнорировали призывы к мирному разрешению конфликта, повалили боксера на землю и начали забивать ногами и руками. Потерпевший получил серьезную травму глаза. По данным Федерации бокса России, на данный момент спортсмен проходит лечение и готовится к операции под присмотром врачей. Ситуация контролируется организацией, и спортсмену оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества. Прокуратура Республики Крым возбудила уголовное дело по пункту А части 3 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Позже по ходатайству председателя СК РФ Александра Бастрыкина действия нападавших переквалифицировали на покушение на убийство. Сильный ливень обрушился на Новокузнецк в понедельник, превратив южную столицу Кузбасса в сибирскую Венецию. На кадрах местные жители вброд переходят напоминающую канал дорогу, а автомобили с трудом проезжают по затопленным улицам. В пресс-службе администрации Новокузнецка сообщили, что все силы дорожных служб используются для устранения последствий стихийного бедствия. Для ликвидации воды из проезжей части в усиленном режиме ведется работа по очистке крышек дождеприемных колодцев. По откачке воды, которая забила листва и мусор, говорится в публикации. По прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся до конца недели. Новости нашего региона. В мэрии Воронежа назначили временные управляющие компании для многоквартирных домов, которые ранее обслуживала группа компаний «Пик Комфорт». Это произошло после их массового отказа от лицензий. Десятки управляющих организаций, входивших в группу компаний, добровольно отказались от своих лицензий. После этого перед жильцами домов стал вопрос, кто же будет заниматься их обслуживанием. В Воронеже собственники помещений в 1144 многоэтажках так и не сделали свой выбор. После чего городская администрация назначила временной управляющей компании сроком на 1 год. Такая мера должна помочь пройти без сбоев подготовку к отопительному сезону. Сейчас в областном центре жилищный фонд готов на 66%, а объекты социальной сферы – на 70%. В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали новые данные о пострадавших после укусов клещей в воронежцах. Их количество увеличивается каждый день. Клещи являются переносчиками возбудителей различных заболеваний – боррелиоза, геморрагической лихорадки, тулеремии. Они активны с ранней весны и до поздней осени. Укусы клещей безболезненны, поэтому заметить кровопийцу можно лишь при осмотре или случайно.
В региональном управлении Роспотребнадзор рассказали, что за медицинской помощью после укусов клещей обратился уже 1981 житель Воронежской области. За последнюю неделю количество пострадавших выросло на 19 человек. В Воронежской области стартовал федеральный молодежный форум «Рубеж» при поддержке правительства Воронежской области. Образовательный проект будет действовать 2 смены и соберет более 300 участников. Далее в нашем материале. Цель мероприятия – помочь молодежи построить команду единомышленников, сплотить ребят из разных регионов России, а также научить их работать в условиях ЧС. В течение форума активисты освоят такие профессии, как военкор, полевой медик, связист, а также научатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Мы учли, скажем так, все ошибки прошлого года, да, то есть максимально постарались улучшить программу. Форум проходит в Воронежской области второй раз. Помогать ребятам будут профессиональные спортсмены из федерального проекта «Тренер», а также опытные инструкторы. Это очень почетно и очень ответственно встречать такое мероприятие. На Воронежской земле оно проходит уже второй год подряд и объединяет вот под знаменами этого форума более 300 молодых людей. Тематика оборонно-спортивных мероприятий очень актуальна. Кроме того, для участников предусмотрены встречи с профессиональными спортсменами, журналистами и актерами. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. В регионе по сравнению с прошлым годом снизилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом сообщили на коллегии прокуратуры Воронежской области. За 6 месяцев 2024 года в Воронежской области зарегистрировано 12 793 преступления. Это на 10% меньше, чем в прошлом году. Тогда их было 14 356. По данным прокуратуры, сократилось количество преступлений экономической направленности, меньше стало разбоев, краж, грабежей и убийств. А вот мошенничеств, случаев незаконного оборота оружия и аварий со смертельным исходом стало больше. В Воронеже арестовали 5 человек. Их подозревают в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статьям похищения человека и вымогательства. Подозревают в совершении преступления 5 человек. Они, по предварительным данным, запихали в машину на левом берегу жителя Москвы и возили его по городу, требуя передать им деньги. В качестве аргумента использовали предметы, похожие на огнестрельное оружие. Не желая рисковать жизнью, мужчина вынужден был отдать около 3 миллиона рублей. Спустя время, в результате совместной операции сотрудников Следственного комитета и регионального управления ФСБ, злоумышленники были задержаны и арестованы. Сейчас готовится предъявление им обвинения. Сотни автобусов, десятки троллейбусов, электросамокаты, а еще множество автомобилей такси, да и личные машины. Выбор способов передвижения по Воронежу достаточно велик. А вот более 100 лет назад, чтобы добраться из точки А в точку Б, существовало лишь 2 способа – пешком или на извозчике. О них и пойдет речь в нашем следующем сюжете. В конце 19-го – начале 20 веков общественный транспорт Воронежа состоял лишь из повозок, запряженных лошадьми. Городских маршрутов не было, а существовали биржи извозчиков – специальные места, где можно было нанять экипаж для поездки. Биржи извозчиков самые крупные были у нас возле Митрофановского монастыря. Это понятно, потому что было очень много паломников. Их нужно было от вокзала привозить к монастырю. Была большая биржа на Староконной площади. Это сейчас площадь Ленина. Там же торговали сеном для этих самых извозчиков и для лошадей. Одной из самых лакомых для извозчиков была биржа у драматического театра. Потому что по окончании спектакля обязательно нужно было всех зрителей развести. И это было очень доходное место, потому что когда, значит, седок садился в карету, и с ним была дама, он никогда не торговался. Это было дурным тоном. Поэтому извозчикам-то было чрезвычайно выгодно стоять, чтобы получать прибыль безо всякой торговли. Сейчас, когда есть приложение в смартфоне и весь путь отражается на карте, обмануть пассажира таксистам практически невозможно. А вот в начале 20 века извозчики нередко использовали нечестные приемы. Извозчики хитрили. Если они видели, что приехал человек не воронежский от вокзала, они спрашивали, по какой улице поедем. Он, естественно, улицу назвать не мог. Они придумывали другие названия и долго катали его по городу. Ну, с одной стороны, экскурсионная услуга, а с другой стороны, деньги.
Деньги шли не только в карман извозчика, ведь ему нужно было кормить помимо своей семьи и лошадь, которая должна выглядеть на все 100%. Иначе кто же сядет в коляску, запряженную худой клячью? Говоря об оплате, стоит упомянуть, что суммы назначала городская управа. И извозчик мог брать там, ну, плюс-минус 5 копеек, но не больше. За этим следили достаточно серьезно. А цены колебались от 15 копеек, 40 копеек – это был прогонный километр, и до 3,5 рублей, если были какие-то там определенные дополнительные услуги. Дополнительные услуги – это в первую очередь поездки в ночное время, а еще прогулки по городу. Кормились этим промыслом не только извозчики и их семьи, но и заготовители сена, рабочие, занимающиеся подчинкой повозок. Исчез такой вид общественного транспорта лишь в конце 20-х годов прошлого века. И, наверное, уже никогда не возродится, даже в виде экскурсионных маршрутов. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов, в 3, 7, 9, 12, 15, 19.30 и 21.00 по московскому времени. Также смотрите онлайн трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго!